Всем привет! Сегодня на обзоре санки-коляска Ника 7-8. Выполнена из плотной водоотталкивающей ткани. На козырьке имеется светоотражающий кант, смотровое окошко, которое закрывается на липучку, меховая опушка и бесшумный козырек. У санок механизм качания. Он дает дополнительную амортизацию для укачивания малыша и сглаживает движение коляски по неровным дорогам. В комплектацию входят рукавички для родителей, выполненные из овчины, большая сумка, съемный тент от ветра и снега. Теплый чехол для ножек, он съемный и имеется дополнительная молния для удобной посадки малыша. Съемный бампер выполнен из эко-кожи. Также на бампер есть перемычка между ножек. Пятиточные ремни безопасности с накладками. Теплый матрасик выполнен из овчины. Подножку можно легко очистить от загрязнения и регулируется в несколько положениях. Плоские широкие полозья 40 мм для езды по снегу и мягкие колесики для езды по асфальту. Спинка регулируется с помощью ремешочка. Полуавтоматическая перекидная ручка. Санки легко переключить на полозья и также на колесики. А перед тем, как сложить санки, спинку опускаем полностью в горизонтальном положении и с помощью фиксатора их складываем.